Дорогие друзья, сегодня святой день для каждого, кто родился и вырос в нашей стране. 75 лет назад закончилась самая страшная война, которая унесла десятки миллионов жизней, принесла горе в каждый дом, исковеркала миллионы судеб. 9 мая мы отмечаем День Победы в Великой Отечественной войне. Мое поколение еще помнит, как в этот день шли по нашим улицам ветераны, горели на солнце их ордена и медали. Мы смотрели с восхищением на тех, кто бил фашистов, мерз в окопах, тысячами тяжких солдатских километров шел к Берлину. Поколение победителей – святое для нас поколение. Мой дед Виктор Антонович Орлов воевал на Первом Белорусском фронте. В 44 году его комиссовали по ранению, и он вернулся в Благовещенск. С его портретом я обычно иду в строю бессмертного полка. Из Амурской области ушли на фронт более 100 тысяч человек, почти половина взрослого населения. Около 40 тысяч из них погибли. 67 человек стали героями Советского Союза, 13 – кавалерами орденов славы трех степеней. 23 человека участвовали в легендарном параде Победы на Красной площади в Москве. В целом, боевых правительственных наград удостоились более 56 тысяч воинов, ушедших на войну из амурских городов и сел. После войны они поднимали народное хозяйство, которое все это время было на плечах женщин, тех, кого мы называем тружениками тыла. Во время войны все предприятия области были переориентированы на военное производство. Завод «Амурский металлист» выпускал мины и гранаты, швейная фабрика поставляла обмундирование, Благовещенская судоверфь выпускала броневую защиту пароходов и барж, спичфабрика делала коктейли «Молотова». За годы войны Приамурье ввело в строй 34 предприятия, которые потом стали опорой и для мирной экономики. Сегодня в области живут 2625 ветеранов, 141 фронтовик. Конечно, сейчас все, кто прошел и пережил войну, в очень преклонном возрасте. Да и у нас у всех в этом году праздник проходит не так, как мы бы хотели. Мы не можем лично прийти поклониться и поздравить ветеранов. Главное – сохранить благодарность великому поколению победителей, благодаря которому мы и живем на земле. Сохранить то сжимающее сердце чувство радости и боли, которое принес День Победы. Наша победа, наша боль, наша память. Для нас это так есть сейчас, мы обязаны передать эстафету памяти следующим поколениям. С праздником вас, дорогие друзья! С Днем Великой Победы!